Проходите, проходите. Сюда, сюда. Рубашка. Ага. Ну, вышло? Да. Чудно. Осторожно. Осторожно. Направо. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Кофе? А пока вот посмотрите-ка этот альбом. Внимательно посмотрите. За рубашку спасибо. Тюкси, да, Акена? Матюха. Люб, ну давай бежим. Ты что, того? Ну, Акена очень. Да бутенька это сит, интересно все же. Как ты думаешь, кто он? Написано же фото, это дизайн. Да нет, Вер, я думаю, он какой-нибудь писатель или князь. Какой писатель? Помнишь, к нам писатель в школу приходил, тот за мухрышкой, его от земли не видать. А этот, может, правда князь? Ну уж точно не писатель. Смотри, ткань какая, ручная, наверное. Да откуда ручная? Да помнишь, мы в школе по материаловедению проходили. Богатство. Живут же люди. Откуда только деньги берут? Это что, дом, что ли? Пирог с говном, а не дом. Вообще-то красиво. Люб, я только не пойму, к чему он клонит. Не все же так просто. Вот что, девочки, я хотел вам сказать. Была когда-то прекрасная эпоха. И конец ее тоже был прекрасен. Она умирала долго, с наслаждением. Великолепная осень, затянувшись на два десятилетия. Печаль, уныние. Да, красивое романтическое умирание. Кстати, дом, в котором вы живете, тоже из той эпохи. Модерн – это изумительная линия. Изгибы, повороты, прихотливость. Стиль модерн или арт-нуво, арт-деко, югенсталь или либерти – это не только театр, музыка, живопись. Это и посуда, мебель, одежда и особая форма поведения. И наша кроватка тоже? Умница, отличница. И сложился тогда определенный женский тип. Тонкий, изысканнейший. Вот чем вы мне интересны. Я хочу сделать серию, то есть ряд фотографий в стиле модерн. И предлагаю вам работу. Сняться в качестве модели. Галико. Слушайте меня внимательно. Меня совершенно не волнуют ваши сиськи-пиписьки. Но я смогу из вас кое-что сделать. Я даю вам шанс. И если я скажу, что надо раздеться, значит, надо раздеться. Пройдите в ванну, умойтесь и слегка намочите волосы. Господи, ну я ж просил только волосы намочить. Любоньки, только волосы.